забирает Думбадзе направо. Ну, вы видите, что почти 3,5 минуты команда играет уже без остановок. Кара въехал в зону. Через борт на правый фланг. И там не удалось партнерам эту шайбу остановить. И вот Борис втроем здесь выбегает из своей зоны. Опасный момент. Передача под Япольский. Великолепный сейв. Вот, Владислав, под Япольский на ваших экранах. Два матча на ноль в этом сезоне. Ну и давайте посмотрим. Здесь Акозин по левому флангу протащил шайбу. И в тот момент, когда на него начал движение защитник череповецкой команды, Акозин делает мягкую передачу на Дмитрия Гуркова, который без потери скорости шайбу принимает, делает пас на дальнюю штангу. Ну а там уже Владислав Подъяпольский справился с броском Егора Петухова. Это тоже момент.